Стой, стой, стой! Смотри, на дереве, смотри, висит! Стой, он там стоит! Назад, 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 назад! Бежим! Бежим! Ну что ты? Сидишь приуныло. Да, добро пожаловать в игрушку Sign of Silence. Это хоррор-игрушечка. И мы ее будем проходить вместе с Pepper Play, Джаз Джеком и Кириллом Парадоксом. Ну, а я The Alex Play. И мы начинаем, мы должны будем выбраться с этого места. Здравствуйте. Так, все взяли фонарики? Я взял, да. Так, а чё, мы в лесу, типа, да? Да, я предлагаю разделиться. Мы упали с моста, вон он мост. Да, мы упали с моста. Где-то там мост. Саня убежал. И уже темно. Саня, сейчас, может быть, мы разожжем костер? Ничего себе, тут довольно-таки прохладно, мне кажется. Кушать хочу. Как вы думаете? Я не знаю. Гриб, гриб. Я за Саней. О, гриб есть, он съедобный? Давай проверим. На ком будем проверять? О, смотри, там свет видно. Давайте сварим. Где? А где ребята? Ксюха! Вон они светят, вон они светят. Да, кстати, вижу, но... А вот, на кью нажимаю. Смотри, тут мухи. Да-да-да, я вижу, я вижу. Это болото. Давай не пойдем. Да, не, давай не пойдем. Они решили уединиться, по-моему. Комары? Блин, мать его, тут комары. Нет, там эти, не комары, там эти мухи. Мухи большие, страшные. Вон они светят, видно. Ой, это... О, кто-то летает, смотри, как много. Над болотом. О, да, они да, там да, за нами идут, ну да, понятно. Фу. Тихо, тихо, подгрузки какие-то пошли. О, да, смотри, да, да. О, это же ведьма из Блэр, смотри. Где? Давай подождем, ребят. А если батарейка... А, он подзаряжается? А, он подзаряжается сам, если выключить. Ёб твою мать, Кирилл. Ты сегодня ночью страшная какая-то, когда внезапно появляешься. Так, ребят, это что такое? Тут какие-то культисты, что ли, живут? Это ведьма из Блэр. А, это ведьма из Блэр. Это ведьма. Смотрите, там крест большой. А, это стол. Я не верю в это миф. Вы видите, это тесто, это местная ребятня. Записка, дайте прочитаю, дайте прочитаю. Записка? Да. Подожди, Е. История Данвилла. Город Блейк от 8 мая 2006-го, Бостон. Выписывая первые строки на этой странице, я даю жизнь новому журналистскому расследованию. Предметом изыскания становится городок Данвилл, затерявшийся в глухих лесах Массачусетса и окутанный мрачной атмосферой таинственных исчезновений людей. Судя по сведениям, что мне удалось собрать по библиотекам штата, Данвилл в середине прошлого века еще не был стремительно вымирающим городком. Что это? За что, куда это? Боже мой, ребята! Спасите! Пошел, говорит, ты куда идешь? Кирюша, отходим! Кирюша, это что? Не надо! Кирюша, не подходи к нему! Вы с ума сошли, что ли? Ксюша, не свети на него! Ксюша, не свети на него! Слабоумие и отвага! Слабоумие и отвага! Ёб твою мать, я ошибся! Откуда? Кюня. А-а-а. Ну нахер, сворачивайся. Страшный уродец. Подожди, он там? Все еще? Да, он стоит. Не подходите к этому чмырю, он телепортируется. Тихо, он отходит. Тихо, я на присядке. Алекс, ты жив? Ксюша. Алекс, по-моему, у Сани случился сердечный приступ, разрыв жопы. Тихо, слышишь еще там звуки сзади нас? А че так сразу страшно стало? Чем нас меньше, тем страшнее. Блин, он сюда смотрит. Нет, Ксюша, уходим, ну нахрен, все, я побежал, нафиг в жопу. Ксюша. Куда ты, где? Куда надо? Да куда, мы можем куда угодно. Пойдем, наверное, вон туда, Ксюша, вон туда пойдем. Вы че? А кто бы спросил к нему идти? Где вот Алекс? Да, все. Алекс кончился. Ксюша, Ксюша, ты где? Где ты? Сзади. А, фу, ёпт! Ты кью-кью нажимай, когда они не понимают. А, да, точно. Блин, да ни хрена себе. Саня! Алекс, челюсть оторвала. Сань, тихо. А чего за звук? Я не знаю. Страшный. А? Он там я еще, да? Да, он вроде там, я не знаю. А, ну хорошо. А в смысле? Ксюшечка, идем по реке? А у вас кто-то ходит там? Где? Нет. Кто? Дурак, что ли? Сани, от Саниного лица. Он специально нас понимает. Тихо. А что надо сделать? Да я не знаю, Ксюша. Давай. А, тут очень...
Давай, если мы умрем, то вместе сразу, да? Не будем один на один там оставаться в лесу, вот это страшно. Не-не, я не буду. Я сразу пойду отдам себе монстру. Я не буду бегать, ну его нафиг. А прикинь, тут одному, ну его... Подожди, надо подзарядить. Стой, а я просто стой, Ксюшечка, стой. На более-менее. Стой, давай постоим, отдышимся. Все, пошли. Все, пошли. Ну его нафиг. Давай вниз по реке вот это вот. Мы, наверное, сейчас наткнемся на лодку, мне кажется. Думаешь? Я надеюсь. Так нам на длине что-то надо, по идее. Твою мать, Ксюша! Ты че меня пугаешь? Я ж колодки еще погру... Ой. Ой. Ой, я падаю вниз. Пошли вниз. Пойдем. Давай попробуем. Ой, нормально. 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 А вдруг тут какой-нибудь леший ходит? А вдруг тут водяная мразь какая-нибудь? Тихо. Слышишь звуки? Это лягушка. Тихо. Это не лягушка, нихера себе, там лягушка. Где? На дереве где-то. Фу, блин, это ветка. Ксюша. Ксюш. Ксюш. А мы дальше не можем идти, Ксюш. Да пойдем по реке. Стой! Садится батарейка. Что за звук? Так ты постоянно светите в реку сюда. А что за гул? Да не знаю я. А где Саня? Да идите, я не знаю, где Саня. Идите. А, вот мы можем, да, вот здесь. Ой, это озеро, Ксюшечка, не надо. Давай вот по бревну вот тут. Да ну их нафиг, заводи эти вонючие. Там по-любому какая-нибудь фигня сидит. Вот это что такое? Блин, у меня время уже поздно, мне шарать нельзя. А придется. Вот это что за мостик? Тут бутылки. Бутылки? Лучше не шуметь, написано. Понятно. Ксюша. На картонах. Смотри, у Ксюши глаза летают. Где? Какие глаза? Тихо! Оно идет. Где? Не знаю. Идет, говорит. Смотри, у Ксюши глаза летают. Присядь. Смотри. Вон, они летают. Так они у меня выпали уже. Страшно. А где Саня? Саня! Саш! Тихо. Пойдем просто дальше. Это что, это кто кашлял? Это Саня кашлял? Это я. Тихо. Звуки. Это вороны обычно. Да, конечно. Где вороны, там беда. Тихо. Что за звук? Справа. Подожди. Фу, это бревно, твою мать. Я сейчас... Тихо. Ты слышала, стекло какое-то начало там ломаться? Это деревья слева трещат. Ксюш, просто пойдем по дороге. А давай лучше побежим. По дороге летним днем, на-на-на-на-на-на, шли обнявшись под дождем, на-на-на-на-на-на-на. Саша, Ксюша и очко, на-на-на-на-на-на. Тихо, Ксюша, стой. Не уходи от меня далеко, пожалуйста, не бросай меня. Кто летает? Кто летает? Глаза летают. Да, нет, это не глаза, это пух. Это тополиный пух, жара, июль. Ой, как он идется? А? Чё? Иди. Чё? Как идёт, я не могу вообще. Ну-ка, а ты теперь иди, ну-ка. Не, у тебя... Хо-хо! Бежим, Ксюша! Бежим! Ксюша, ты где? Ксюша! Оно там стоит, оно там! Твою матушку, обосратушку, етитушку, ядритушку! Оно там стоит! Чё это такое? Оно там стоит, смотри, ходит! Чё это за хитра было? Ему не нравится репертуар Иванушек? Давай обойдем его, ну нахрен. Ксюш, ты здесь? Оно вон там на дороге стоит. Полевее. А что по дороге называется? Бегите просто. Тихо. Охренеть, а чё он тут появился-то? Ксюш, ты идёшь за мной, да?
Он один, больше нету таких? Да я не знаю, Кирюша. Вроде бы нет. А, вон там, смотри, впереди какой-то мост. Что это такое? Это часовня какая-то. Ой, колокольня. А что за звуки? А кто это со мной разговаривать не надо? Я свою шизофрению дома оставил. Она вышла с тобой. Вот смотри, смотри, пойдем туда. Там какие-то люди повешенные. Тряпки, веревки. Точно пойдем? Ксюш. Алексом. Там в хоррор-игре как бы вот такие места... Тихо, слышишь? Слышишь? Он невидимый, наверное, бегите просто. Он появится сейчас. Давай мы умрем, а потому что мы должны вчетвером все-таки тут ходить. Давай мы умрем. Ну, да не знаю я, где они. Слышишь? Это карта. Карта, записка. Дай я записку прочитаю, а? Записка. Церковь. Мною овладели смешанные чувства, нахлынувшие после посещения местной церкви. С падением Данвила во мрак сам облик церкви переменился. Все божественное улетучилось вмиг. Он там где-то. Чудовищные лозы, прорвавшиеся из потустороннего мира, разорвали часовню, извившись вдоль стены башни. Мне так и не удалось наверняка определить природу этих отвратительных растений. Что их породило? Я откуда знаю, что их породило? Пойдем вот... Такие приколы. Ой, побеги, Сашенька, беги. Боже мой. Это большая моторная лодка. На как он его взял-то? Ногой положил. Ногой. Ребят, все, ладно, я на него, да? Что такое? Почему? А почему их было трое? Их было трое. Трое. Их было трое. А мы? Саня может управлять. А где я? А где я? А где я? Ребята, какого хрена? Почему я в каком-то муравейнике? За что мне это все нахер? Что? На пробел нажмите, на Саню наведитесь. Я окажись, потому что вот эта большая херь куда-то под землю заволокла. А, так ты еще входишь? Твою да, мать! Какая хрень забрала? Она какая не убивает, видимо. Большая хрень, Кирюшечка! Она не убивает. Я не хочу в это в одного играть! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, дядя! Ты чё? Ну-ка иди сюда, сука, давай, ладно, сожри меня. Все. Печальная. Я перепугал в два раза уже. На этой печальной ноте Ничи умер. Причем самый последний. Смотрю. Ой, музыка такая. Вы погибли. Время прохождения 13 минут. Все мертвы. Никто не выжил. Никто не стал помогать друзьям. Да как ты там поможешь? Я пошел помогать Алексу. Оно стояло там. Я пошел. Я думаю, в этой игре можно спасать друг друга. Видишь, написано «Помощь друзьям» есть. Да, можно спасать. Если ты подойдешь, я думаю, надо было подойти. Ну мы же не знали, правильно? Для реалистичности я решил, раз уж умер, буду молчать. Хотя, блин, хотел проржаться. Я даже отошел подальше, чтобы... Прутер? Пошумел я три раза. Ксюш, мы с тобой пошумели. Пошумим, блядь. Не нравится мне это место. Ночь, а почему надо всегда ночь? Отсюда. Я хочу день, давайте поспим. Ну, есть варианты развести костер, разбить шалаш и переночевать. Вот здесь нужны предохранители. Да. Предохранители, что она не работает? Предохраняться надо. Три штуки надо найти. Ну, как раз, да. Ребят, давайте разделимся, так будет быстрее найти. Удачи. Я не вижу ничего смешного здесь. Ты знаешь выход, у тебя есть машина, ключи от машины. Я хочу выбраться с этого места быстрее. Я тоже хотел бы. Хочу. Но... Увы. Так, а мы идем по дороге, мы теперь в другую сторону пошли, да? Да, в другую.
Давайте по парам разделимся. Вот уже идем. Как думаешь, вариант? Хорошая идея? Я не знаю. Не знаю. Мне кажется, ну это лес, а что тут будет? Это же просто лес. Идите первые, я за вами. Лес страшный. Темно. Идите, я за вами. Так, шуметь? Думаете, тут это еще есть? Давайте не будем шуметь, потому что шумя мы привлекаем ночных жителей. Каких ночных жителей? Ну, енотов, что ли? Медведи, волков там. Медведи? Ты думаешь, что тут есть медведи? Ну, я знаю, это же лес. Подожди, что там такое? Где? Ребят, подойдите. Что это? Ничего там хорошего нет. Смотри, как он ходит, А, это коряга. Я испугался, я думал, это труп. Посмотрите. Ой, мысли, вы мне... А где Ксюша? Это фонарь. Пугаете. На Q нажимайте тоже почаще. Вот здесь. Че это за звук? Я не щелкаю. Давайте уже выбираться с этого места, я хочу домой. Кто был за рулем, Джек? Саля. Ты был за рулем. В смысле, я тут при чем? Ты отвлекся и попал в аварию. Я был за рулем. Я не был за рулем. Давай выводи нас. Ты был за рулем. Не надо отмазываться. Домик. Ты сменил Кирилла. Не шумите. Меня. Или Кирилла, я уже не помню. Но последний ты был за рулем. Капкан! Капкан! Подожди, я вытаскиваю. Вытаскивай. Тихо. Ксюха, как нога? Ой, это больно. Кто меня на ручках понесет? Я вытащил. О, Женя. Кирилл, ты вытащил? Молодец. Тебе все нормально с тобой? Главное вовремя вытащить. Знаешь, больно было. Открывай. Так, ну ты вроде ходишь. Кажется, это нельзя открыть. Давай в это. Ребята! Тихо. Ребята! Слышите звуки? Стойте! Бежим! Куда? Куда? Уходим! Где она? Подожди! Не убегайте! Там предмет какой-то, видите, висит на двери. Это канистра. Да. Канистра. Кто пойдет? Возьмем. Канистра, да. Кто пойдет, заберет? Давайте на это камень, ножницы, бумага. Я пойду. Давай. Тут ничего такого страшного нет. Да там у меня. Отвлеките, пожалуйста, его, пощелкайте. Тихо. А где оно? Тихо. А кто это? Твою мать! Я взял его! Твою мать, где? Не знаю, что это за херня вообще? Мне кажется, это из-под земли что-то. Нет? Или внизу где-то. Не знаю. Ребят, я взял канистру. Пойдемте пройдем этот домик и вдаль пойдем дальше. В смысле? Давай. Вот приходим двор, короче. Тихо. Давайте на корни. Да оно где-то... Оно где-то здесь. Тихо. А в дом мы можем зайти? Фонариком не светит. Туда нельзя зайти. Блин, там нет, там бутылки нельзя. Не надо туда заходить. Щелкать, так, ребят. Ребята. Подождите меня. Да кто щелкает? Да не я. Он здесь? А, он сам щелкает. Когда батарейка заканчивается. По-моему, ребята, он в этом, в сарае. Да, в сарайке. Давай посмотрим. А кто там? Нет, он тут! Уходим. Уходим. Ребята, я не с вами. А зря. Я боюсь. А зря, ты не с нами. Это как я бы... не пройду, он подошел слишком близко, он рядом с дорогой, он мне... Обходи. Нет, обходи. Там по лесу, не по дороге. Ладно, я через лес, ребят, я вас догоню. Здесь Алекса встретим, идите сюда. Иди. Ну туда у это... У меня это... фонарик. Ты зря, это пошумел. Воронами же. Он же сейчас сюда прилетит. Я вижу, кажется, Кирилл вижу. На Q нажимай почаще. Мне, пожалуйста. Ксюш, давай тут вместе останемся вдвоем, а? Да пойдемте, вы че, я один, что ли, пойду? Да, иди один! Я попал! Помоги! В капкан! Мать его! Помоги, Кирилл! Что? Кирюха! Я пожалуйста! Я бегу! Отлично! Вроде никого никто не услышал. Куда здесь капкан? Тут капкан везде, тут траппер! Пошли с нами, Алекс, с нами, сюда. Я вот слышу рычание. Трогаю. Аккуратно капкан, Саня, капкан, аккуратно обойди его, вот он, отойди с этим. Под ноги смотрите! Стой! Я думал, на под ноги, ребят! Я удерживаю Е, но она не обезвреживается. А я обезвреживаю. Ах ты козел. В смысле, молодец. Стой, он там стоит, назад. Он идет. Он заметил нас. Так не свети на него, отойди, блин. Идите сюда, вы давайте свалим. А нафига вообще мы сюда идем? Давайте туда, влево дальше пошли бы, да и все. Кирилл, пойдемте. Мы внизу не были. Чёрт твою мать, это капкан. Капкан? Мать его, я вообще не смотрю под ноги. Сними, Алекс, пожалуйста, да вытащите. А, ты в капкане? Вы найдете все. Ты обезвреживаешь? Говорите, кто обезвреживает. Я. Он сзади уже. Он сзади, ребят. Сзади? Давайте вниз спускаться. Бежим. Да.
Может, фонарики по очереди будем использовать? Да вообще не используйте фонари, только в крайнем случае что-то себе подсвечивать. Что там? Ой, тут речка. Речка. Ух, вниз! Что тут? Мать твою! Она из-под земли его забрала. Меня нету. В смысле, где ты? Она из-под земли! Из-под земли убила! Я в какой? Я где Саня был? Я под землей! Надо встречать. Пойдемте встречать, я не знаю. Попробуй выбраться, Кирилл. Кирилл, она тебя ну в землю это... тащила. Удачи. Я вас вижу. Так мы тебя тоже видим, пример, где-то ты внизу где-то. Все, спасите. Я здесь, я рядом, не переживай. Слушай, а что так много? А что так много? Сам что ли? Да, тут можно самому. Я вас вижу, вот они вы. Так сказал бы, блин. Встретите меня, пожалуйста. Спасатель, блядь. Он у меня! Беги, беги, беги. Кирилл, там в порядке? Чтоб твою мать! Несколько! Сука! Аккуратней будь, Кирилл. Их трое. Карта. Да, тихо, карта. Тихо. Бутылки, осторожно. Тихо, чё? Там кто-то есть. Меня нельзя по бутылкам ходить! Ну все, пипец, бежим! Я понял. Идите, страшно говорю. Он слышит. Надо, да. Надо очень тихо. Это дрожь земли, смотрели? Да. Пойдем вот так Кирюшу встречать. Короче, когда экран становится серым, значит, кто-то рядом есть. Это что нахер за пятиметровая жопа? О, я нашел лагерь. Джек, есть идея. Ребята. Есть идея, как спасти только... Кирилла. Осторожно, лагерь нашел. Осторожно только, пожалуйста, прошу, смотрите, умоляю, мне по бутылкам. Он заберет тебя, и мы Кирилла спасем. Твою мать, это что такое? Топорик Аннушки, тут Аннушка. Опа. Видите? Я о, я записку нашел, история Данвилла. Нет. Что же касается фольклора, то многие истории сводились к упоминанию некоего древнего племени, жившего в этих... Твою мать! Чего себе! Сука, это что за пианино играет здесь? Ксюшечка, там Саня сдох. Опять? А где он? А вон он, его засосало, опасное сосало, все. А, они так не умер. Мы с тобой вдвоем остались, как всегда. Тихо, я тоже, Стой, стой! Кирилл, смотри, на дереве, смотри, висит! Кирюха, что с тобой? Вон, смотри! Я в здании, меня трясет вообще! Смотри! Да, я знаю, это ты? Да, меня трясет! Это ты? Это что за хрень? Фу! Боже мой! Слышишь мне звуки, Алекс, слышишь? Ты похудел. Пойдем. Ты слышишь, как кто-то шепчет? Они где-то впереди. Они около церкви, значит, где-то, скорее всего. Я ракетницу нашел! Я поднимаюсь. Сучка, ты идешь за мной, да? Слушай, почему так страшно? Тихо! Твою мать, я спалился! Тихо. Я спалился. Слышала? Тут кто-то был. Там кто-то есть. Мы внимательно смотрим по деревьям. Везде теперь внимательно смотрим. Они на деревьях висят иногда. О, смотри, Алекс, проходик. Блин, мы разделились, ребята. Алекс, я иду к тебе. Аккуратней только. Я выбрался. Иди на контроле, Алекс контрол, Алекс контрол, их там очень много. Да? Да. Понял. Зря и мы там прошли, мне кажется. Ребята, не орут. Ты думаешь, что? Нас прокляли. Все? У меня руки трясутся. У меня тоже руки трясутся. Я не буду говорить, что у меня трясется. Я вижу тебя, да-да-да. Твою. А если я пробегу быстренько? Не надо, не надо, не беги, не беги, не беги. Ладно, не бегу, не бегу. Там куча. Я не вижу никого, я только слышу их. А, они где в кустах сидят, их очень много. Да? Тихо. Слышишь? И еще они подвешены здесь, они тут на деревьях. Карта. Часть. Карта, Ксюш. На деревьях? Да. Да, они на деревьях висят. Да, длинные палки. Мы смотри где, мы где Хендерсон, Сэм, Соу Мил. Мы на псетой, короче, как пилорама, где пилят деревья. Слышишь, там кто-то орёт? Я нашел ракетницу. Ксюша! Тут кто-то орёт. Тихо. Слышишь? Аккуратно, не обезвреживай. Там предмет какой-то. Я вижу, это... Это... Это этот. Тут, блин, тут нифига себе, смотри, что тут. Тут, эти бутылки. Тихо, нельзя. А на контроле если. Вот не под ноги только, тут стекла, всякие бутылки. Ой, они я наступил. Ты беги, значит, если наступил, беги. Тихо. Я с ракетницей. Алекс, свети. Так, тихо. Тихо. Алекс, тихо. Подожди, тут что-то есть. Тихо. Я живой, Ксюш, да.
Я что-то Алекс, нашел. Ракетница, ракетница. А, нет, это фаер, по-моему. Возьми, возьми. Боже мой, что с ним? На кровати возьми. Без головы. Подожди. Я вижу. Ракетница. Ракетница. Взял. Кого ракетница? Я взял ракетницу. Четвертая записка. Только не используй. Это фаер, по-моему. Ксюша, я боюсь. Да-да-да. Все, ладно, валим. Боб, давай пробьем. Так, на Кью жмем. Ксюш, посмотри, он за стеной вот здесь, нет? Ты видишь, где я, да? А, на табуляцию. Кирилл, на табуляцию нажмешь, посмотришь, сколько. А, вижу, вижу. Какие у тебя предметы. А, ребята, у меня предохранитель есть. Есть? Ксюша. Да, один. Один, Ксюшечка. Надо еще два. Ксюнечка. Посмотри, вот там есть кто-нибудь за стеной, нет? Ребят, не вздумайте тап, умирать, не вздумайте. Нажмите тап, посмотрите, у кого что есть в инвентаре. Ракетница. А, Алекс, он тут, Алекс, идем отсюда. Вставай, давай, стой, стой, стой. Ракетница стой, стой, стой. И фонарь у меня. Он сзади. Аккуратно тут. На тап, на тап. Нельзя задевать. Так, машина. Всё. Пойдем дальше. Машина? Да. Ксюшечка, пойдем дальше. А, канистру я же не находил. Это не наша. Это не наша. О, ты смотри, что мы нашли, Ксюша. Можно на машине попробовать сбежать. Нужна канистра, нужен бензин. Кто канистру нашел, кстати? У Сани, у Сани канистра. А как ее, подожди? На машине мы не уедем, у нас три способа. Вертолет, лод. Тихо. Я нашел от лодки этот мотор. Хорошо, бери его. Канистра он пригодится, здесь? Ребята, нам лодку только нужно осталось найти. Ксюха! Я же говорил, валим! Вон он стоит, смотри, вон там, смотри. Видела? Не близко, вообще нельзя подходить фонарем. Вон, вон, за решеткой, смотри, вон там. Куда идем? Если к нему на 5 метров. Да вот, смотри, прямо, вон, смотри, прямо, вон, смотри, прямо. Вон он, за забором, за забором, смотри, стоит. Видишь, куста светится? Дурной. Слушай, ну он тебя не поймал, ты резко побежал. Да-да-да. Ну его нафиг, пойдем дальше. Чё? Да, что-то светится. Можно забрать, нет? Ёпта, тут смотри, корову располовинило. Можем прямо... А, это нет, лошадь. Вон опять, надо близко, вообще нельзя к нему подходить. Бутылки стой, тут не идем, там бутылки стой, обходим. Можно бегать нормально, я думаю. Главное, на бутылки не наступать. Могут... Не, одна, это и не садиться. А, я нашел еще одну... Тихо, присаживайся, вот тут цепи, цепи, Ксюш. Осторожно. Куда? Здесь карта? Ребят, я нашел еще одну канистру. Я еще одну канистру нашел. Беги, Кирилл! Кирюха! Кирюха! Меня сейчас съедят! Я спасу тебя! Подожди, я смогу спасти, я вижу тебя! Ксюшечка. Уйди от него, уйди от него, он телепортнется, Алекс. Уходим. Не-не-не, можно... Он не видит, надо фонарик выключить. Да. А мы что с тобой сам... Самый он с фонариком, только на фонарик реагирует. Я рядом с ним, а я рядом Кирилл? С ним ползон, меня не замечает. Кирилл, ты где? Я спасу его. А где Кирилл? Кирилл, я тебя вижу. Кирилл сдох, что ли? Не, он шевелится. Это... Тихо. Да вот он здесь. Ты видишь меня, Кирилл? Смотрим. Да, по... я вижу. По деревьям смотрим. Вот тут я очень пытаюсь... внимательно. Ты не оживаешь. Кирюха, вставай. Кирюха. Да его убили. Ксюшечка. Убили. Походу мы с тобой сейчас вдвоем. Останемся опять. Капец. Что у тебя происходит, Кирилл? Я... все. Тихо. Тихо. Да я вижу твой друг. Он там дом. А ой, он там стоит! Нет. Тихо. Я перестал дышать. По левой стороне пойдем. Да. Кирюх, мы с тобой вернемся. Лежи здесь, я тебя спрятал. Мы сейчас придем. Кстати, не видно, что ты к моему трупу подходишь? Не, просто, ребят, просто фонарик не включать. Я вот рядом с ним хожу, он меня не видит. Замри. Вот сейчас я здесь стою. А что такое? Где? Нет, ниже. Что, мы не можем, да, пройти? Опусти голову. Я опустил. Блин, нет. Вот я, правее, вот, правее, чуть-чуть правее. Прям на мне сидишь. Это предметы твои. Смотри, иди сюда, Ксюш. Сзади меня, сзади тебя. Смотри, это скелет висит. Прям на 180 поверни. Ёб твою. Вот я. Тебя тут нету. Ты потом видеоролик посмотришь, что ты за камнем, я тебя там спрятал. Алекс, мы нашли Кирюшу. Где он? Ну там ничего. Кирюш переключился, видишь, да? Я вижу, да. Похож. Ксюш, пойдем обойдем там дома, блин, надо к домам подойти поближе. Ребята, там... свет не включайте при этом, а... Ой, Алекс какой-то амбар нашел. Да-да-да. На Кью нажми, чтобы предметы подсвечивать. А что, Кирилла уже не спасти? Да, все, он умер. А там же помощь. Тихо. Стой, Ксюш. Они там. Ты забрал предохранитель, да? Там кто-то сидит. Так, сейчас посмотрим. Там кто-то там бегает. Я забрал. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, Ксюшечка. Я выстрелю в него, я убью его. Там кто-то маленький ходит, бегает. Я не хочу туда. Я просто... Там, стреляй. Там дурной. Валик.
Нормально, нормально, нормально. Стреляй! Да на! Ты чё с ним? Стой. Ну-ка, фаер. Слышишь? Вот этот сидит, это кто такой? Или он стоит? Он испугается, я уверен. Смотри. А, это не подходи, все. Испугается. Всё, Алекс, а что он сидит, или что он такой? Да это труп. Ну, можно оглушать фаером. А кто маленький, где кто? А почему? Капкан. Капкан сзади был. Ксюша. Мы опять с тобой остались. Твою мать, Ксюшечка. А кто там сидит у вас? Мужик сидит. Там, смотри, вижу, там этот. Ну, там это все. Габлэна? Нифига вы вообще где? Я тоже того хочу. Тихо. Ксюшечка, давай вон туда не будем. Ну хотя, блин, там предметы какие-то. Тихо. Кукуруза. Да вот в кукурузе жопа. Дети кукурузы. Тихо. Что, в капкан попались там что? Вон дома еще, пойдем туда. Блин, или что, или тут обойти как-то, может быть... Это большой дом. Большой дом, да. А вот тут вон еще... Тихо. Тихо. Вон там. Что? Вон там, слышишь? Вон он ходит, 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 ходит. Тихо, тихо. Отходим, обходим. Уходит. Так, идем аккуратненько. Ксюшечка. Я в дерево врезалась. Иди, иди за мной, иди за мной. Они там, в кукурузных полях. Так, аккуратненько. Вот здесь вот аккуратненько. Тихо. А что здесь нам надо? Не знаю я. Не знаю, Ксюшечка. Дом открылся. Давай тут останемся. Хорошая ли эта идея? Заходи. Я тоже захожу. Все, закрой дверь. Стой. Вот какой-то предмет. Предохранитель. А тут что? Сейчас откроем. А тут цепь. Ракетница. Ракетница. Ксюш, бери ракетницу. В шкафчике. А зачем? А вот на всякий случай стрелять кому-нибудь в это. А может быть это сигнал СОС мы должны так под... Блин. Нет, это в них стрелять. Она оглушает немного. Вот как думаешь, стоит? Не-не-не. Ну там что-то есть просто, понимаешь? Не, ну ты пройди вообще. Ксюша! Не пугай меня. Да у меня фонарик. Готовьтесь стрелять. Я прополз. Нормально, я прополз. Ксюша, вот тут максимально прижимайся и иди ко мне. Каких-то диких... Тихо-тихо, шумка. Так, тут ничего. Ксюша, Ксюшечка. Мне тоже идти туда? А, ты тут хочешь? А, тут выход. Ну и что делаем? Ксюша, зачем так громко? Он здесь. Пиу-пиу-пиу-пиу. Он здесь. Кто? Ты что, на меня-то залезла? Тихо. А что сердце стучит так? А все. Каналья. Пистолеты. Ну что ты? Сидишь приуныло. Тихо. Все, никого нет, выходим, выходим. Чисто. Сектор клир на барабане. Пойдем дальше. А что нам надо предохранитель тихо, для... Тихо, тихо. Тихо, вон на деревьях, смотри. Вон на дереве висит, сука. Собака сутулая. Она хрюкает. Блин, а тут вообще жопа. Может обратно пойдем, ну его нахрен. Давай надо шифте просто. Да вон, да ты смотри, вон еще на деревьях висит. Не, давай не пойдем сюда. Я передумал, Ксюш, пойдем отсюда. Пойдем вон туда. Тихо. Тихо. Нам бы сейчас лодку найти. У меня есть... Твою мать. Тихо. Все нормально, Ксюшечка. Все нормально. Не переживай. Главное, что мы вместе. Мы держимся. Все. Руку дай. Тихо. Ксюш, там жопа. Вон они висят. Они висят. Она везде. Это жопа. Это что, это вода течет такая? Да, это болото. Пойдем по воде. Вдруг может, в болотце мы ещё... какой-нибудь гад живет. Страшный болот. Так,
Так, тихо, спокойно. Просто... Какой-то тихо! Ар... А. Тихо, вон там. Тихо, аккуратненько. Они везде. Аккуратненько. А, дом! Блин, там в дому что-то есть, но там это... Там... Что-то угу. Тут полутаться нужно, по идее бы. Господи, прости. Ксюшечка, иди за мной. Не отставай, самое главное. Мы с тобой справимся. Мы со всем справимся. Главное. Тихо, вон там дядя стоит. Дядя. Так. Это то дядя, это я дядя. А может быть ты дядя? Тихо. Тихо. Кто это? Слышала звуки? Кто это? Кто это крил? А, смотри, поможем. Давай, за, давай заберемся. Кого говоришь, чё? Как, а? Так, как ты перелистываешь? Пробел. А, пробел? Мне не получается. На Ксюшу или Джека там, чтобы посмотреть, что у них происходит. Ну, я там пробел жму, у меня получается. Блин, у меня нет. Слышишь? А почему я не могу забраться? Пещерка еще раз на Е, да, надо нажать тебе. Ты просто в пещерах не была, ты не знаешь. Там просто, там кто-то в доме есть, слышишь? Так бей окно. Да не бьется оно. А ты выстрели в него. Да сейчас, ага. Да, и ракетник использовать. Так, а не, давай слезаем, ну его нафиг. Ой, ребята, так страшно, так страшно. Да. Бежим, Ксюш, по дороге, по дороге, по дороге. Ксюшечка. По дороге летим. На-на-на-на-на-на. Шли, обосравшись под дождем. На-на-на-на-на-на. Я пою, я как-то это, мне легче становится. Саша, Ксюша и Пукан. На-на-на. Ракетница лежала. Потушите его, потушите его, потушите его. А? И прямо. На Q просто жмите, чтобы видеть. Да там, когда за тобой какая-то хрень гонится, как бы на Q-то особо не нажмешь. Ёпта, я забрызгал весь монитор себе на телефоне. Куда идти? Я не знаю. Ксюш, пойдем сюда? Ксюшечка, пойдем. Там дома, блин, там полутаться. Нет, туда мы не пойдем. Тихо, нет, давай туда, да. Вон там звуки какие-то. Да потому что дома. Да, ну да, рядом с домами, как всегда, блин, вот это вот надо... Там тихо. Вот его я видел, его я видел. А вот они на деревьях еще любят висеть. Да, да. Аккуратненько, Ксюшечка, аккуратненько проходим. Аккуратненько, хорошо. Ты там позади меня, да? Ты за мной идешь? Да, да, да. Тихо. А что сердце так бьется? Да, да, да. Причем у меня тоже. А что за... А. Ребят, не надо. Не хочу я. О, вон там, смотри, что-то светится. Пойдем туда. Красная. Стой! Кто-то тут сидит. Ой-ой-ой-ой. Обходим. No. Так, и внимательно смотрим на деревья. Эти твари любят сидеть на деревьях. Мы уже потеряли... Мы уже потеряли Ксюшу. Ой, Кирюшу и Алекса. Там где? Тихо. Осторожно. Мы его обошли, где он? Да, вон, обошли. Тихо. Тихо. Слева. Дерево. А что делать? Давай просто. Тихо, давай просто пойдем. Блин, а что это такое? Интересно, блин, а если подойти и взять? Так, это вода. Ксюша, хорошие новости, вода. А что хорошего-то? Возможно, где-то рядом есть лодка. Так, а... Пойдем вдоль берега. Ну вот так прям, вот туда, направо? Ксюша, ты где? Ксюша, мы направо или налево? А я не знать. Давай направо. Наверное. Тут вроде не глубоко. Фух.
Услик, суслик, паука, на-на-на-на-на-на. Так, тут главное, короче, в этой игре не торопиться и внимательно смотреть и слушать. Слушай свое сердце. А оно, сука, бьется. Тихо. Что это было? Ты слышала это? Тихо. Что-то громыхает. Громыхало, громыхало. У вас в воде что-то жильчит слева. Че ты меня обманываешь? Я не обманываю. Прикинь, тут какой-нибудь еще водный черт есть. По-любому должен быть. Вон там причал, пристань. Если вижу. Если лодка, то она явно же должна быть где-то на берегу. Ну да, да, да. Тихо! Блин, тут этот урод стоит. Давай по воде пойдем. Ты че? Тут там же глубоко. Давай обходить его. Тихо. Стой! Вон там стоит еще один. Говорю, вообще не вариант. Так, нет, вот так, по кустам. Аккуратненько, вот так вот здесь. Смотри, это что такое? Мы с тобой второй раз через круг пойдем. Может, через него не надо проходить? Я не знаю. А почему мне так страшно? Тихо. У меня рука дрожит. Ксюшечка, давай. У тебя глаза летят. Это страшнее, по-моему. У меня все летит. Ёпа-мать. Еще с нами ни Сани, ни Кирюши нет. Разделились, блин. Тихо. Тихо. Кто там? Они со всех сторон хрюкают. Тихо. Ксюшечка. Да я еду. И готовь на всякий случай стрелять. Приготовься. Я с фонарем буду впереди, а ты стреляй, если что. Подожди. Сейчас я возьму. Угу. У меня рука дрожит. Нормально. У тебя в Left 4 Dead самая точная точность. Так, это идем. Не работает. Так, тихо. А тут домик. Домик. Пристань. Подожди. Так, сундук фонаря у меня. Тихо. Она хрюкает. Дайте лодку. Неужели мы не заслужили одну маленькую лодочку? Ксюш, ты где? А, фу, блин, что ты? Ты чё? Мы посмотрим. Тут цепь, осторожно. Тихо. Что за звук? Там кто-то есть. Мы так не пойдем. Как мы пойдем? Вот так мы пойдем. Что? Да кто так дышит? Кто это так дышит? Слышишь? Так дышу. Вон. Это корова, смотри, это лошадь, точнее. Не, мы туда не пойдем, она нас спалит по-любому. А, предохранители. Или что это? Это записка. О, можно я прочитаю записку спокойно? История Данвилла. Спустя пару месяцев после эпизода с открытиями в шахтах настоятель скончался. Ближе к смерти дневники стали вестись хаотично. Соотнося данные, я понимаю, что новых попыток развести пещеры не предпринималось. А сам дневник больше не мог ничего мне поведать. Известно лишь, что после этого прибыл тот самый отец Лютера. Завтра я должен отправиться в Данвилл для того, чтобы самостоятельно разобраться в тайне жертвенной плиты. Чувствую, что разгадка близка. Какая плита? Это нельзя открыть. Ксюшечка, я здесь. Я хз, нам... Туда нам не стоит идти, это явно, потому что нас сейчас корова, эта лошадь, спалит. Блин, я не знаю, что делать. Мы не умираем, и серия почти сейчас скоро уже заканчивать надо. Надо вдоль берега, короче, продолжать. Да, пойдем вдоль берега. Оп, я выпрыгнул. Ты здесь, да? На пробел просто. Да. Так, подожди, здесь. Вот так. Отлично. Да лодка, где лодка? Почему здесь нет лодки? Ну почему она, по идее, тут должна быть чисто логически? Ну да, тут же пристань. Дверь открывается? Нет.
Я не знаю, что делать, Ксюш. Пойдем дальше, вдоль воды. Тихо. Ксюш, ты здесь? Да? Угу. Вон там, смотри, на том берегу стоит. А, блин, еще лодка на том берегу может быть. Там почему? Стоит собак Сутула. Да потому что... Стой! Вон там что-то светится, Ксюшечка. Вон там, смотри. Вон там, да. Вдалеке, смотри. Потихонечку. Это взаимодействие какое-то. Подсвечивается. Да, это взаимодействие какое-то. У тебя что-то большое, кстати. Да, да. Ксюшечка. Вот надо тут туда. Там дойти. Мост есть дальше. Через него можете перейти. А проплыть? Сомневаюсь. Не пойдем зря мост по мосту, есть. Пойдем по мосту. Хорошо, пойдем по мосту. Мне недалеко. Да, мы с тобой справимся, не переживай. Тут нету деревьев этих. Сейчас, я стой, надо зарядить. На деревьях нет. Хорошо. Приятно, приятно журчит водичка. Все хорошо. Главное, чтобы не было этого тролля, который защищает этот мост. Знаешь, как это бывает? Оля. Скандинавский. Ты не пройдешь. Так. Так. Ксюша, осторожно, тут... Бутылок тут, куча. Да, тут куча я бутылок. Я не вижу, у меня это самое... Вот, вот тут бутылки, видишь, я свечу на них. Давай, я за тобой прям точно иду. Да, сейчас. О, там стоит дядечка. Мы не пройдем. Где он? Посвети. Вон он, справа прям. Если не будете на него светить и пройдете, смотря налево, он вам ничего не сделает. Мимо них ходил. Ну давай, как... Там вороны перед вами. А он остался, может быть, они нет. Еще их пробежать можно. Вот, он уже идет. А, не видел. Он не видел, если он за уши держится, он не видел. Просто выключите фонарь, положите налево. И если что, я, ну, первый умру. Если что, стреляй в него сразу. Да, да, кстати. Он оглушается. Блин, у меня еще фокус теряется. А, ну и впереди вороны вы пройдете, один фиг. Мать, страшно. Блин, давай лучше вплавь, а? Он пошел. Тихо, он пошел. Пошел. Переходим на левую, на правую сторону. Подожди, он просто стоит. Думает, тварь. Тварь это думает. И там вороны дальше. Ксюшечка, а может... Может быть, мы под мостом пройдем? Стой, я посмотрю. Ксюш, я назад иду, если что. Ты думаешь, стоит плыть? Ну, это лучше, чем повстречаться с этим дядькой, по-моему. А если шифтануть? Так, стой, я сейчас посмотрю сначала, можно ли здесь перебраться под мостом. Не так просто все, как оказалось. Ксюшечка, можно под мостом пройти. Тут не глубоко. Иди ко мне. Через... Ты поняла, да? Через что? Направо, да, вниз. Да-да-да, иди сюда. Тут не глубоко, можно под мостом. Иди ко мне. Фу. Ты идешь, да? Ага. Давай. Идем. Пойдем. А чё мы тогда сразу не пошли? Ну так... Тут вообще мелководье, да? Мелководье. Так, все, аккуратно. Тихо. Так, где что подсвечивалось? Отходим. Подальше. Вон там. А где подсвечивалось-то? Слева. Слева. Вон там. Тут осторожно. Смотри, сколько всего. Лишненько. Проползаем на контроле. Это лото... Это моторная лодка опять. Ой, это... Ты, это... Ну, короче, мотор от лодки. Так, тут карта есть зато. Лодка-то где? Сейчас посмотрим. Так, это радиобашня. Это фермы. Знать, точка это вы. Ксюша. Когда? Рыбацкая деревня, вон она, аж в другую сторону нам идти. Fishing Village? Да. Ты просто посмотри, это нам вообще все, это вообще просто назад. То есть, вот лифт, предлагаю... вот смотри, вот где был лифт, это самое начало. Сюда идет. Тихо.
Предлагаю убиться и опять стартовать вчетвером. Да, бежать. Смотри, потому что, короче, там, где лифт, это вот самое-самое начало, и нам надо было туда аж прям. Не, почему? Мы можем эту серию просто разделить на 4. Тихо. Чё? А чё за... Не знаю, Ксюш, возьми на всякий случай моторную... Эту, мотор лодочный. Тут стекла. Так. Ты взяла, да? Ксюша, беги! Я чё, один остался? Да. Ну я-то в дыре. Японская богоматерь, как я один остался? Как ты ж, блядь! Чего? Ой. Саня, ты чё, я ж забуду на какой-то минуте, чтобы это вырезать. Простите. А почему у меня фонаря нет? А там подобрать тебе его надо. А, кстати, рядом с ними можно бегать, смотри, он даже не обращает внимания. Ладно, суки. Я один не буду играть. А ты там один бегаешь? Ты там решил один побегать, да, Саня? Уже не бегаю. О, понятно. Так, Ксюша, я не знаю, но наш сериал с тобой должен продолжиться. Мы выживаем там с тобой как можем вообще. Представляешь, мы с тобой два выживальщика и японская богоматерь. Тихо, вороны! Меня сожрали, блин! И представляешь, все выронилось, Ксюш. А фонарь есть? А если найду? Спасибо. Ксюш, ты где? Ты далеко уже ушла? Меня подожди, пожалуйста. Ксюша. Ксюша. Не, ну все, да, нормально. Можешь ползти, да, все хорошо. Все нормально, мне понравилось. Обернись. Ах ты жучара. Так, ну я не знаю, мы все предметы потеряли. Я предлагаю просто бежать, и все, что будет, то будет. А, все предметы под... Да, на тап нажми. Я прямо увидел, как они из меня выпали. Фонтаном. Да, такие... Я такой, о, понятно. Ясно, понятно. Ой, капкан! Ксюнечка? А, ты сама себя уже поел? Да. А кто их тут? Да вот, ну, не знаю. Ну, короче... О! Тут, смотри, дом. О! Я предлагаю запереться и ночевать тут. О, труп. Тут есть еда, у нагрузки. О, записка. Северный лес. Направив слабый луч фонаря в нору, мне показалось, что вижу человеческую фигуру. Подойдя ближе и присмотревшись, я едва смог сдержать крик, только это и спасло мне жизнь. Ничего человеческого в том, что я увидел, не было. Нет. То чудовище было порождением кошмарного творца. Бледное, паукообразное, вывернутое словно наизнанку. Оно было занято пожиранием чего-то, что я не хотел бы знать. И если вы это прочли, то, видимо, я все еще жив. Знаете, что оно полагается на слух. А, ну это этот, который вот паучандра, который нас созета. А вот смотри, тоже этот Пуаро тут. Какой Пуаро? А, кстати, да, тот же самый, ну. Ё-моё. Ладно, давай бежать, короче. Что будет, то будет. Нам надо как-то, да? На мужика. Давай, погнали. И кто первый? Цепями погремить? Погремело. Машина, где? Смотри. А, вы тут были, да? Машину вы увидели. Да, мы тут умерли. Тут предохранители наши есть. Поискать. Я пока не вижу. Ну ладно, мы просто бежим куда-то. На, короче... Юх. Получается, что о, здесь... О, давай от него умрем, посмотрим, как он убивает. Давай. Я не видела, кстати. Мужик! Тундра! Смотри. Ой! Она выпускает какую-то херню.
О! Нифига себе! Какая страшная. Мужик, а ты меня сожрёшь? Вот это кадр! Короче, я заглянул ему в самое бездну. Да, вот именно. Ой, смотри, бошки наши. Наши бошки насадили. 41 минуту мы смогли выжить. Причем только наши с тобой почему-то. Ну, потому что мы самые молодцы. Да. Как просто выжить в этой игре? Ну, нет, на самом деле, кстати, игруха прикольная. Ну да, здесь умирать лучше не надо. Логично. Желательно. Да. Лучше не умирать. В общем, я думаю, что первую серию-то мы на этом, да, закончим, как бы нормально? На часик так-то. Нормально. Ну, у нас с тобой на часик. Ну да, у нас на часик, а там у ребят не на часик. У меня 20 минут. У меня 20 минут. Ну, вот у Сани на 20 минут нормально. А у нас с Ксюшей на часик мы на этом серию первую закончим. Это там подписки, лайки, там все дела, короче. Да, у Кирилла контактов со спрутером аж 7. Я пошумел 29 раз. О, собаки. Короче, все это, увидимся еще обязательно с вами и всем пока. Куча хорошего настроения. Эй, бро, обязательно подпишись на этот гребаный канал. Ага. Спасибо, бро.